По данным переписи, в Оренбурге в настоящий момент живет около 2 миллионов 33 тысяч человек. Это меньше, чем в 2002 году почти на 7%. Стоит отметить, что хуже в Приволжском округе ситуация лишь в Кировской области. Как пишет российская газета, за 8 лет численность городских жителей нашей области возросла, и теперь в 12 городах области живет более 1 миллиона 200 тысяч человек, в сельских районах 820 тысяч. Мужчины по-прежнему остаются в дефиците, как в целом по стране, так и в нашем регионе.